В прошлый раз, чуть более года назад, наша телерадиокомпания обратилась к неравнодушным одесситам с просьбой прийти на помощь ребенку и помочь в сборе немалых средств на дорогостоящую операцию в Израиле. Тогда Артему удалось собрать нужную сумму. Операция прошла успешно, и опухоль значительно уменьшилась в размерах. Ухудшений нет. После первой операции операция прошла хорошо. Даже как бы врачи были сами удивлены, что они более 80% удалили опухоль. После операции все хорошо проходило, все нормально было. Вот только как бы через 2 месяца, когда мы приехали домой, вот начались эти воспаления. По 2 раза на месяц, каждый месяц, уже 9-й раз. Теперь родные мальчика снова обращаются к неравнодушным согражданам с просьбой о помощи. Еще один операционный шаг даст мальчику возможность вплотную подойти к избавлению от тяжелого недуга. Люди, очень хорошо нам помогли. Спасибо большое всем, конечно. Уже половину пути прошли. Надеемся, что еще нам помогут, и мы закончим хотя бы операцию, чтобы как бы вот здесь нам удалить и щечку удалить. А уже после деканнуляции будем снимать трубку, чтобы Тёма уже сам дышал, чтобы мы обходились без санатора. Операция назначена на 13 апреля. На сборы средств, рассказывает Надежда, у семьи остается не более 3 недель. За это время родные малыша должны успеть собрать 300 тысяч гривен. Если мы не успеем просто попасть на эту операцию, там очередя, я не уверена, не знаю, когда мы попадем просто. Нам очень важно попасть, к тому же из-за того еще, что опухает щека постоянно. Но эти воспалительные процессы, как бы нельзя, чтобы они долго продолжались. Все неравнодушные к судьбе Артема люди могут помочь ему, связавшись с мамой малыша по телефону 097-056-2091 или перечислить средства на карточку.